Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, я сегодня вам представлю самые первые ранние результаты российской наблюдательной программы применения таргетной терапии у пациентов с меланомой кожи. Ну, таргетная терапия в России для пациентов с меланомой была одобрена и стала доступна, я поставила в кавычках, да, потому что тогда доступность была еще условная, с 2013-2014 годов. Мы имеем на сегодняшний день данные крупных исследований, рандомизированных, как правило, по применению таргетной терапии в первую линию. При этом данные о реальной ситуации об использовании таргетных препаратов в рамках рутинной клинической практики практически отсутствуют. Таким образом, основной целью нашего исследования явилось описать подходы к лечению, включая системную терапию, хирургию, лучевую терапию у пациентов с BRAF-V600 положительной меланомой кожи, неоперабельной или метастатической формой в Российской Федерации в рамках рутинной клинической практики. Также мы хотели и хотим оценить влияние таргетной терапии на выживаемость пациентов в рутинной практике, не в рамках клинического исследования, оценить наилучший ответ на терапию в зависимости от всех известных на сегодняшний день параметров, таких как наличие или отсутствие метастазов в головной мозг, исходного уровня ЛДГ, числа органов с метастазами, времени начала таргетной терапии от момента постановки диагноза метастатическая или неоперабельная меланома кожи, а также очередности линии использования таргетной терапии или использования монотерапии и комбинированной таргетной терапии. Поскольку все мы хорошо знаем, что в самом начале 2013-2014 годов, когда только стала доступна таргетная терапия, это была чаще всего монотерапия ингибитором BRAF. И чаще всего не в первую линию, а когда уже совсем не вовремя, так скажем. Оценить выживаемость без прогрессирования в зависимости от вида терапии, которая была использована, и безопасность применения существующих режимов. По сути, это наблюдательное ретроспективное исследование на основании анализа истории болезни пациентов с BRAF-V600 положительной неоперабельной меланомой кожи, которые получали в анамнезе таргетную терапию по поводу своей болезни. Критериями включения – это BRAF-V600 положительная меланома кожи, неоперабельная или метастатическая форма, применение не менее одной линии терапии с использованием таргетных препаратов и наличие не менее одной оценки эффекта по записям в историях болезни. Данные были собраны для того, чтобы мы могли описать подходы к терапии, безопасность, частоту наилучшего ответа, по мнению врача, выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость, а также попытаться описать варианты прогрессирования, которые развивались у пациентов. Здесь представлены те исследовательские центры и то количество пациентов, которые они внесли. Часть из этих людей присутствует здесь в зале. Я выражаю всем огромную благодарность за ваше сотрудничество, за вашу работу, за ваш быстрый отклик. Это исследование было спланировано в конце 2017 года, начато в 2018 году. И вот чуть менее 8 месяцев прошло, и я могу говорить сейчас здесь об этом. И что мы видим? Первые предварительные результаты пациента и характеристики. Всего включено на сегодняшний день 407 пациентов, но мы будем сейчас дальше допроверять все эти данные и дозапрашивать то, чего нам не хватает для того, чтобы полностью представить результаты. Средний возраст пациентов составил 50 лет, 182 мужчин и 225 женщин было включено. Большинство из них имело четвертую стадию заболевания, метастатическую форму, 390 пациентов и 17 пациентов неоперабельную третью С-стадию. Значит, по типу мутации пациенты разделились следующим образом. Это была V600E в основном мутация. Также у нас было 23 пациента с V600K мутацией, 3 пациента с V600R и 2 пациента с V600D мутациями. Посмотрим потом тоже в зависимости от типа мутации, что мы имеем, какие результаты. Числа органов с метастазами вы видите представлены здесь, и были пациенты, их порядка 15, у которых было более 5 органов с метастазами. То есть, как правило, да, это пациенты хорошо предлечены, либо хорошо диссеминированы. Здесь представлены первые данные выживаемости без прогрессирования на всю группу пациентов, которые получали таргетную терапию. Без разделения на комбинированную таргетную терапию или монотерапию ингибитором BRAF. При этом мы посмотрим, что медиана общей выживаемости также представлена на общую группу без разделения на монотерапию ингибитором BRAF и комбинированную таргетную терапию, пока не было технической возможности успеть это сделать к этому съезду. Медиана общей выживаемости составила 21 месяц.
Мы понимаем, что это ретроспективный анализ истории болезни, что, естественно, это дополнено теми ограничениями, неполными данными, неполным периодом наблюдения и, в общем-то, занижением, как возможным занижением данных о побочных эффектах, которые могли не фиксироваться в историях болезни. Данным побочным эффектом я еще не представляла, поскольку мы будем дополнительно еще у центров запрашивать некоторые вопросы, которые у нас возникли в ходе анализа. Конечно, в отличие от контролируемого клинического исследования, мы понимаем, что здесь мы проводили оценку ответа на лечение в соответствии с локальной рутинной практикой того учреждения, в котором эти пациенты были включены. И это тоже своего рода ограничение, но тем не менее это работа, это исследование наблюдательное как раз-таки и ориентировано на российскую рутинную клиническую практику. Мы понимаем и говорим о том, что да, первые предварительные результаты демонстрируют, что в рутинной практике у более половины пациентов, которым была назначена таргетная терапия, была распространенная метастатическая меланома. Чаще всего это М1С-стадия. Результаты выживаемости без прогрессирования сопоставимы с результатами данных клинических исследований, которые мы знаем. Но дальнейший анализ нам даст больше ответов и понимания подходов к терапии и исходов у пациентов с метастатической меланомой кожи с наличием BRAF-мутации в рутинной клинической практике. И, конечно, я бы хотела отдельно выразить благодарность компании, которая поддержала проведение, возможность проведения данной ретроспективной программы. Это компания Novartis. И каждому центру в России, который был согласен принять участие в этой программе, поделиться своими данными, внести их в тот индивидуальный регистрационный, в ту индивидуальную регистрационную карту и работать с нами вместе в рамках этого исследования. Спасибо вам всем большое. Спасибо, Кристина Вячеславовна. Ну, у нас есть время на один вопрос, коллеги. Кто-то хотел бы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Денис Вурдов. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, в рамках реализации данного наблюдательной программы была ли использована электронная платформа для внесения информации, была ли она провалидирована, если да? И вопрос, дата-менеджмент каким образом осуществлялся для того, чтобы подтвердить валидность данных? Спасибо. Да, это была электронная история болезни. У нас для этого существовала и существует на сегодняшний день техническая поддержка СИРО, которая специально была нанята для всех этих целей. Наше исследование было одобрено в этическом комитете, в независимом этическом комитете. В согласии пациенты подписывали, те, которые были живы на момент включения в эту наблюдательную программу. И те данные, которые были внесены в эту индивидуальную регистрационную карту, были проверены соответствующим СИРО, которое помогало нам в организационной части. Спасибо. Можно уточнение? СИРО является официальным оператором персональных данных? Да. Спасибо. Так же, как и Melanoma Pro, тоже является официальным оператором данных.